Ребятушки, мой привет. Короче, я в Риге не нахожусь. Вот, я сделала только что вам видео, 3 видео сделала. Я сегодня не показывала, сейчас вот себя покажу, потому что, ну, днем, я не знаю, я никак не могла найти ракурс. Мне казалось, что какая-то страшная, и не хотела, в общем, вас пугать. Вот, ну, сейчас вот хочу вам показать себя и сказать, что я, в общем, 3 видео по 30 минут сделала, да. Так как мы не... уже, в общем, скажем так, неожиданно оказались в Риме, и приехали мы уже, когда уже солнце шло на закат, короче. В общем, я быстро, что могла, тут просто оказалось столько снимать. Я вообще не ожидала от Риме такого, просто вообще не ожидала. Я знала Риме, но как-то я вот вообще не ожидала, что такой город. Честно говоря, я вообще полностью первый раз его открыла, он даже... Ну, вообще круче Болоньи. То есть он просто... Не... Почему я сравниваю с Болоньей? То, что недалеко от Болоньи, да? В общем, естественно, мы сюда еще вернемся, но завтра я собираюсь в Сан-Марино, поэтому я сегодня не парилась, как бы. Я просто думала, даже если у меня одно видео получится, ничего страшного. Вот, сейчас я пойду искать машину Марко, в общем, где он, бедный, меня там где-то ждет, потому что мы работали сегодня, а потом вот, вот на оставшееся время, короче, я его попросила остановиться времени. И, в общем, ребятушки... Чудо, покажу вам, посмотрите, какая площадь, да? То есть вот еще огни, да, вот новогодние. В общем, я это видео поставлю первым, но знаете, что у меня еще днем есть, то есть, естественно, не вечером. Эту площадь я сняла, но я вам говорю, что я просто обалдела, и когда открыла, да, это все вот здесь, вот такую вот, это одна из площадей, понимаете? Просто тут много, ну, тут 3 или 4 площади, да, от, там как бы как типа от... входа в город, да, до выхода из города, ну, как бы вот это, чисто как Верони-то там, помните, тоже, типа, что эти, типа, грубо говоря, вот эти арки, входы в эти, в город, да, ну, я там видео об этом говорю, вот. И я уже снимала днем, но так как у меня уже тут глаза разбегались, а время было в обрез мало, я просто хотела, пусть будет меньше, но все-таки снять все, хотя бы так, знаете, у меня бывает такое, сначала первое у меня заход в город просто, особенно когда далеко это от Милано, просто вот чисто ознакомительно, да, вот. Таком не совсем в моем стиле, когда я люблю там каждый камешек снимать, грубо говоря, да. Вот, поэтому, в общем, все равно я сняла, вот, кстати, как здесь тоже классно освещается, сейчас мы его снимем. То есть это классно вечером иногда снимать, что эти вот... Вот эти вот типа памятники, они хорошо освещены, видны каждый листик, каждый там перышко у птичек. Вот. Нет, естественно, я приеду. Я еще вот Реджо Эмилия сегодня не сняла, потому что мы хотели остановиться в Реджо Эмилия, но потом решили ехать к морю, да? Вот. И потом я уже по ходу, вот пока ехали, я подумала, что надо времени поснимать, потому что это давно я уже хотела. Вот. Но я вам говорю, что вот все то, что тут можно было, тут, скорее всего, можно заходить, и музеи есть, но я вообще без подготовки, я не ожидала, что будет так круто, что будет такой, ну, такой крутой город, понимаете? Вот. Вообще, я просто абсолютно не ожидала, я вообще в шоке от того, что он как такой, он во мне, он... Ну, потому что здесь все, вы понимаете, я просто вам одну площадь сейчас показываю. Здесь просто площадь на площади, здесь все наше. Здесь куча церквей, просто церквей, эти кезы, эти базилики, это вообще... Это я тут все снимала вам сейчас, вот видите, вот там наверху. Это типа терраска такая, это все сняла. Вот. Это вот мадам наша, видите, вот там вот на балконе Нишка. В общем, короче, ребятушки, шикардос, я просто... В хорошем смысле в шоке, да? Наша колоночка это. Там всякие чугунные зелья. Все диагонали вам сняла. Ой, я не туда иду, блин. Надо туда идти. Вот, надо мне идти туда, в сторону арки. Ну вот, чуть-чуть поснимаю вам огоньков, да? Вот. Что-то у меня... Почему расплывается? В общем, короче... Вот такие пирожки. Ну, хотела просто это видео сделать, я вам его первым поставлю. Потому что я хотела, чтобы все-таки вы меня увидели. А то я, знаете, начинаю видео делать, да, и сразу показываю, и сразу говорю, что я в Риме, и вот тут я с Риме снимаю, да. Вот как видно, посмотрите, кстати, что эти
что эти мерлаты – это одно целое вообще со стеной, видите? А не какая-то отдельная пристройка, посмотрите. Одно целое. Вот днем было бы лучше видно. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Я боюсь на себя перевести, чтобы с вами попрощаться. Тут буду опять какая-нибудь страшная морда вылезет. Потому что тут непонятно, блин, какое будет освещение. И вот, и как у меня будет моя морда лица. В общем, вот такие пирожки. Я все сняла, в общем. Вот сейчас я эту всю улицу я вам сняла. И там еще одна площадь классная с елочкой, да. Сейчас, наверное, там елочка будет гореть. Но это нам уже не важно, потому что уже все праздники прошли, как бы. Вот, поэтому... Вот посмотрите здесь какие. Посмотрите здесь какие. Вот этого я не видела поначалу. Посмотрите, какие чугунные, типа, мол, для факелов, да. Рядом с окнами, чтобы это все сгорело, да, видите. То есть, если факел повесили бы... И тут такой, типа, большой факел, да, тоже. А, повесят факел, и все сгорит, видите? Потому что абсолютно рядом с окнами. Сейчас, чтобы с вами... О, вроде нормально, вроде не... Вроде даже ничего, короче. О, слава богу! А то боялась, что будет вообще, блин, ужасное освещение, ужасное лицо. Короче, ребятушки, все. Это видео поставлю первым. В общем, смотрите это видео, и после этого видео будет видео днем. Три видео, там везде и церковь мы сходили, и площади все сняли. Все, пока-пока, завтра Сан-Марино.